всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, друзья, и сегодня у нас серия Universe Sandbox 2. Небольшой экспериментик, который я давно хотел провести. В общем, посмотрим, что будет с нашей Землей, с нашей Солнечной системой. С полностью Солнечную систему я не буду воспроизводить. Я сделаю Солнце, сделаю нашу Землю и просто посмотрю, что будет, если рядом с нами, ну вдруг, откуда ни возьмись, я не знаю, появится пульсар, мимо проходящий, и что будет с нашей планетой. Вот, возможно, потом мы загрузим Солнечную систему, вот, и добавим пару, может быть, один маленький пульсарчик. Также рассмотрим, что будет. Офигенный эксперимент, я думаю. Так, давай я немножко расскажу. Вот наш пульсар под названием Тейлор. Так, режим редактирования. Знаешь, что я заметил? Я заметил, что он движется вот по такой интересной траектории. Давай, вот чтобы было видно сетку. Он идет по такой... Вот сейчас я покажу тебе, какая траектория у него, и мы будем примерно ориентироваться по его движению, чтобы нам сделать наше Солнце и нашу Землю. Так, немножко тихо. Так, ты, наверное, заметил, да? Вот, то есть... Вот так как-то параллельно вот этими, по этим квадратикам он идет чисто по углам постоянно. В принципе, здесь расстояние, ну, где-то, наверное, 100 миллионов километров, поэтому давайте где-нибудь... вот здесь, что ли, блин, я не знаю, можно поставить нашу звезду по имени Солнце и нашу планету, и мы встретим нашего Тейлора. Так, ну, нужно, наверное, нажать на паузу. Так, и давайте добавим объекты. Добавим мы Солнце. Где у нас наше Солнце? Давайте в режим звезд. Вот наше Солнце. Ой-ой-ой. Я не знаю, как это будет... Почему оно взаимодействует с пульсаром, что ли? Давайте ставим наше Солнце, а... Солнцу мы добавляем нашу планету Земля. Так, расстояние, естественно же, 150 миллионов километров. Так, не перелететь. Ну или одна астрономическая единица. Так, где она тут? Как ее? 250 тысяч. Подожди, 253? Нет, дальше. Еще дальше. Так, самое главное, вот по этой сетке, наверное, да? О, как же это тяжело сделать. Вот так будет нормально, я думаю. Вот, смотри, вот. Вот так, да, будет нормально. Так, ну что ж, в принципе, наверное, я все сделал правильно. Можно перелететь к Земле. Наша Земля. Ой, а что с ней происходит? Она уже... Стой. Ну, она же недалеко находится от Солнца. Что, Солнце не согревает? Или уже сразу же что-то происходит... От того, что пульсар появился даже неподалеку. Странно так. Обзор, ну-ка дай-ка я посмотрю. Где у нас состав, движение, состав, поверхность. Температура. Средняя температура 13 градусов. Ох, так, ну ладно, давай посмотрим, что будет с нами. Так, можно, в принципе, наверное, запустить симуляцию. Ускорим время. Земля, по-моему, вообще не вращается вокруг Солнца. Блин, что такое? Что случилось? Хотя должно. Сейчас, подожди, давай-ка ускорим. Давай. Перелетим к нашему Тейлору, наверное. Где наш Тейлор? Вот он. Ого, красавчик. Ого, что он делает. Ты посмотри, что он вытворяет. Это просто супер танец. Невозможный. Так, ну давай ускоряемся. Или что, он будет крутиться вокруг Солнца? Что у нас на Земле? На Земле, по-моему, вообще никаких изменений. 1 час, секунду, скорость. Так, средняя температура 13 градусов. Земля. Дай-ка я вернусь к Земле. Наша Земля. Так. Ага, ну давай посмотрим. Я понял, это просто прогружалась симуляция, поэтому Земля так коряво выглядела. Земля и Солнце кружатся в одном танце, я тебе скажу, и на Земле вообще что-то никаких даже изменений. Так, нет, это мне не нужно, стой. Мне температура.
Движение поверхности. Вот температура. Блин, да ладно, ты прикалываешься? Ну, мне кажется, что вообще, по идее, должно быть губительно. То, что если появится пульсар рядом с нами, губительно будет для всего живого организма, который находится только на Земле. Ну, кстати, да, Земля стала ярче выглядеть, смотри. Почему-то все замерзшее, я не пойму. Так, стой, ну-ка. А, ну, в принципе, время смена... климат, в принципе, нормально. Времена года меняются как положено, я смотрю, да? Южные, то есть континенты у нас не во льду. Так. Ну, я, конечно, ожидал большего эффекта. А что, если нам... Давайте, знаете, что сделаем? Так, стоп. Давай я уменьшу сейчас время... И мы с вами немножко похимичим. Так, температура поверхности, плотность. Может быть радиус нам увеличить? В принципе, давайте увеличим немножко радиус. Так, прям вот так ползунок настроим. 14 километров. Да ладно, это вот такой маленький в радиусе у нас. Обалдеть, я думал, он намного больше. Давайте побольше, прям соточку дадим, вот так. 140 радиус, 148. Больше сделаем. Больше. Оп. Стоп, отлично. 6000 в диаметре. Солнце у нас сколько в диаметре? Радиус 700. 2000 километров. Так, надо поставить на паузу. Тогда давай мы тоже так же сделаем такой же практически радиус, приближенный нашему солнцу. 10 тысяч. Ого, 20 тысяч. Смотри, он становится намного ярче, и что-то, по-моему, мне подсказывает, сейчас будет катастрофа неимоверная, просто катастрофа. Где наша Земля? Наша Земля. Угу, отлично. Ого, я даже боюсь сейчас запустить симуляцию. Мне кажется, солнцу сейчас придет кирдык. Ну давай попробуем. Так, наше солнце, скорость 1 минута в секунду. На Земле, по-моему, все вообще прям просто шикарно, прекрасно. Никаких изменений, даже температура не изменилась, ничего. Так, ну давай увеличим скорость. Увеличим скорость. Так, по-моему, температура начинает расти. Да, в принципе, эффект у нас сработал. Стоп, я хочу посмотреть это. Ого. Ого, ты посмотри, это просто невероятно. Так, средняя температура 23 градуса. Давайте увеличим скорость. 26, 27, 28. И, по-моему, температура больше не хочет повышаться на Земле. Но я думаю, что все живое просто уже убито у нас. Должно быть, по крайней мере, убито на Земле. Так, ну давай, ладно, еще раз в радиусе его повышаем. Давай радиус ему... зададим соточку. Соточку сделаем. 100 тысяч километров. Так, 100, вот так вот. 106 тысяч километров. Так, светимость. Светимость одного солнца. Давайте в 10 раз. Ух, аж в 40 раз. Так, температура здесь вообще просто шикарная. 287 тысяч километров. О, километров. Боже, кельвинов. Давайте по Цельсию. 286 тысяч по Цельсию. Так, вернемся к нашей Земле. И что мы видим? Кстати, по-моему, некоторые континенты высыхают. Скорость немножко замедлим. 2 минуты в секунду. Давайте 25 секунд в секунду. Вот так, чтобы не... как говорится, не пропустить что-нибудь интересное изменений на Земле. Так, состав вода на месте, поверхность. Что с тобой не так, Земля? Блин, ты должна уже, я не знаю, давно в труху, в пепел превратиться. Температура, да, температура начинает расти, здорово. Ох. И он, Земля, по-моему, начинает постепенно высыхать, если
Мне не изменяет мое зрение. Так, давай увеличиваем скорость. Что у нас здесь? На экваторе у нас, короче, представляешь, 100 градусов на экваторе. Так, ну, в принципе, в Антарктиде, я думаю, все спокойно, да? На экваторе 130 градусов. Так, а что будет у нас в Европе и в Евразии? 150, плюс 50 градусов по Цельсию. Средняя температура вообще, да, вот видишь, на Земле уже 104 градуса. Вода, по идее, при 100 градусах, выше 100 градусов, она уже закипает. Я не вижу испарения Земли. Почему океаны, моря еще держатся на месте? Ну, давай попробуем еще раз увеличить. Так, а свет у нас там горит. А, все, кстати, да, смотри. На континентах больше нету никакого света. То есть все живое уже убилось. Я думаю, это даже не из-за температуры, которая у нас выросла в разы, а, скорее всего, из-за гамма-излучений различных. Так, ну, давай тогда посмотрим, дождемся высыхания океанов. Хотя, подожди, на некоторых континентах днем... Да ладно, днем горит свет? Стой, ну-ка, я не верю. Я не верю. Ага, то есть смотри, на экваторе и на Южном полюсе, как бы, да, то есть Африка, смотри, Южная, там, Америка, Австралия, то есть там жизни нету вообще никакой, потому что здесь температура 100 выше 100 градусов, короче говоря. А в Евразии и Европе, да, горит свет, то есть здесь жизнь возможна. Здесь температура, потому что, ну, плюс 50 градусов, это, в принципе, нормально. Как съездить в хороший курорт, допустим, в Египет, не знаю. Так, на Северном полюсе у нас минус 6 градусов ледники. Должны, по идее, таять, но... Хотя нет, минус 12 градусов, как-то непонятно. Так, ну давай тогда, ладно, тогда я сейчас до конца просто добью Землю, чтобы жизни вообще нигде не было. Возвращаемся к нашему Тейлору. Масса. Давайте массы ему дадим побольше. Давайте в 2 раза, да, вот так вот. Или в 10, нет. 10, наверное, будет уж слишком круто. Хотя пофигу, давай 20... Масса 22 Солнца, радиус. Давайте в... Ого! В 10 раз еще. И, по-моему, наш пульсар вообще, короче, испарился. Да ладно, стой. Да, наш пульсар испарился. Да ладно, как-то, куда он делся? Так, ну а что с Землей будет? Все. Что-то какая-то фигня творится с Землей непонятная. О-о-о-о-о. Это был такой всплеск, огромный всплеск гамма-излучений, да, или что? Смотри, что Земля, короче, да, у нее прям полностью исчезла вся атмосфера, ее просто, я даже не знаю, как это назвать, просто гамма-излучения снесли полностью, сдули атмосферу, да. И все, в принципе, начинают высыхать у нас океаны, моря. Наш пульсар взорвался, да? Как замечательно. Я думал, он останется на месте. Оу, Земля раскалилась из-за этого огромного всплеска гамма-излучений. Тут вообще, ну просто неимоверная температура, хотя на Северном полюсе... Северный полюс, да, тоже нагревается. 1000 градусов по Цельсию. Все. Наша Земля полностью зажглась. Из-за взрыва, я не понимаю... Разве пульсар может взорваться? Если что, ребята, поправьте меня в комментариях. Все, наша Земля просто Боже, почти 1500 градусов по Цельсию. О-хо-хо-хо-хо. Здорово, 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 да. Ну вот, как-то так. Так, началось какое-то остывание, по-моему, непонятное. Смотри, в Африке еще до сих пор растительность какая-то непонятная. Да, уже почти 1500 градусов состав. Вода, в принципе, вода где-то есть, наверное, под землей. Видишь, состав 0,0226%. Интересно. Ну что ж, вот такая, друзья, у меня симуляция. Всем, кому понравилось, ставьте пальчик вверх, ребята. И до скорой встречи. Всем пока-пока-пока. Да, и, кстати говоря, подпишись обязательно на канал. Жми колокольчик. Все, ребята, всем удачи, пока, до новых встреч. Пока.